Вы когда-нибудь пробовали выпечку с фисташками? Если нет, то посмотрите, как приготовить фисташковый бисквит. Это изысканный и красивый десерт для праздничного стола и повседневного чаепития. Вместо молочного пудинга вы можете использовать мягкий сыр, например, для крема отлично подойдет рикотта. Но в этом случае придется для крема взять вдвое больше сахара или сахарной пудры и взбить их блендером, а затем добавить к ним взбитые сливки. Украшать торт можно любым шоколадом, но наиболее эффектно на нем смотрится растопленный белый шоколад. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Желтки отделите от белков, желтки слегка взбейте с 60 граммами сахара, сюда же насыпьте какао, его количество вы можете регулировать по своему усмотрению в зависимости от того, насколько выраженным вы хотите сделать вкус шоколада. Яичные белки охладите и взбейте их в плотную пышную пену, добавив к ним 120 грамм сахара, затем пену выложите в шоколадную массу и аккуратно перемешайте, чтобы пена не успела сильно осесть, в эту массу всыпьте муку и хорошо перемешайте все тесто. Тесто выложите на пекарскую бумагу пластом высотой около сантиметра, запеките бисквит в духовке при температуре 180 градусов, время выпечки 7 минут, горячий бисквит пропитайте сиропом, покройте еще одним куском пергаментной бумаги и аккуратно сверните в рулет. Фисташки очистите и залейте кипятком, пудинг залейте 4 столовыми ложками молока, а остальное молоко вскипятите и влейте в пудинг, быстро все перемешайте, затем взбейте сливки блендером и добавьте в пудинг, фисташки обсушите и добавьте в крем, затем разверните бисквит и выложите на него крем. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Аккуратно сверните рулет с кремом в плотный рулет, растопите шоколад на водяной бане и полейте им получившийся рулет. Дополнительно можете украсить рулет дроблёгами фисташками, пока шоколад не застыл. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Ингредиенты. Яйцо куриное, 4 штуки. Сахар, песок, 180 грамм. Мука, 60 грамм. Какао, 6 столовых ложек. Сироп миндальный, 100 мл, для пропитки коржа. Пудинг быстрого приготовления, 40 грамм. Молоко, 500 мл. Сливки жирные, 250 мл. Жирность от 33%. Фисташки, 1 стакан. Количество порций, 8-10. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Надеюсь на скорую встречу на канале.